Друзья, приветствуем вас. И снова с вами компания «Этажи», и меня зовут Сергей. Сегодня расскажем о трех лотах загородной недвижимости. Лот номер один. Коттеджный поселок «Морской». Дома 5-6 видов. Разные. То есть от этапа выбора зависит площади дома. Первый дом, который мы хотим вам представить, это площадь 70 квадратных метров. Он находится сзади меня. 70 квадратных метров. Чистовой отделки. Площадь участка 6,5 метров. Более детально я расскажу сейчас вам характеристики этого дома внутри дома. Пойдемте. Вот, самое главное. При строительстве соблюдались все нормы и СНИПы. То есть расстояние до границы красной линии 5 метров, как полагается. Здесь разместили септик у вас, да. Здесь у вас получается вода центральная, что самое главное. Газ за территорией, стояк. И подведение к дому, сбоку дома, к кухне, да, где будет непосредственно котел размещаться на кухне, газовое отопление, индивидуальное газовое отопление. Здесь изначально планировалась плитка, но ввиду того, что собственники жилья рассматривали разные варианты цветовой гаммы, да, поэтому застройщик принял такое решение: после покупки собственник выбирает, каким цветом плитки он хочет, чтобы была его брусчатка или терраса, так скажем, да. Пойдемте в дом дальше. Друзья, обратите внимание, самое главное, какой просторный холл у вас, да. Отсюда вы сразу напрямую заходите в санузел, совмещенный, кстати, туалет и ванная или душевая, что у вас будет на ваше усмотрение. Далее спальня раздельная, светлые тона, подобранные непосредственно также для вас. Обои под покраску и выход на чердак. То есть чердак можно тоже использовать для себя. Возможно, можно использовать как в дальнейшем как мансарду, если вы ее отделаете. Но чердак, он уже выведен под вас. Дальше. Гостиная. Гостиная и кухня совмещенная. Хотите ее разделить, можете перегородку, есть для этого все полностью, да? Чтобы здесь разместить, допустим, телевизор, так как есть все оснащения, выключатели, розетки. Также светлое. Обратите внимание, какие высокие потолки на фоне меня. Хотя я 1,80 м. Кухня-гостиная с выходом на террасу. Большая терраса, большое окно. И самое главное, это выводы на кухне газового котла непосредственно. То есть под него провода непосредственно и под теплые полы, что немаловажно на сегодняшний момент. Не везде делают теплые полы в домах. Пойдемте покажу террасу. Друзья, обратите внимание, сегодня 11 ноября, да, на улице солнечная погода, где-то 15, сегодня 18 градусов тепла обещает, ну и солнце, как обычно, типично для Анапы. Да, смотрите, терраса, да, 21 квадратный метр, 3 на 7, ну, грубо говоря, там плюс-минус, ну, плюс, побольше где-то 21 квадратного метра, спуск. Здесь уже вы сами можете принять решение застеклить ее, как данные соседи, вы обратите внимание чуть позже, под заказ также при строительстве дома. Дальше. 6,5 соток земельного участка ограждено таким вот теплым коричневатого цвета, желтоватого даже, наверное, забором, чистоколом. Кстати, раньше у меня такой же дом был с таким же забором. Кстати, чудесно смотрится. Вот сколько мы прожили в этом доме, столько там забор, наверное, и простоял. И смотрите, обратите внимание, плодородная почва, потому что трава уже растет. И, кстати говоря, здесь сели за газон, я не знаю, что-то здесь посеяли, потому что как газонная трава, да? И вот, друзья, немного о цифрах. Смотрите, то есть данный лот на сегодняшний момент, дом, площадью 70 квадратных метров. Его цена получается вот в этой позиции, в этой отделке декоративной штукатурки. Кстати, обратите внимание, это не просто штукатурка. Как-то мне назвали его кортрушным пистолетом, якобы они обрабатывают его. В любая вода это все стекает. А кроет, он немножко другой. У него внутренности такие есть, знаете, шершавости. Это будет, ну, грязновато. Видите, вот окно белое, грязь видно. А вот здесь грязи не видно. То есть получается... Слушайте, это шикарный вариант. Я, кстати, видел на одном доме где-то в городе многоэтажный дом, покрыт такой штукатуркой. Вот, так вот, данный дом в этой позиции 4 миллиона 900 тысяч рублей с отделкой под ключ. Вы представляете, со всеми коммуникациями, с забором. То есть приходите с чемоданами, ставьте, заказывайте кухонный гарнитур, пока есть время, или заранее успев купить,
такой дом, вы можете заказать кухню уже под готовые размеры, так как уже размеры все есть у застройщика. И обратите внимание, напротив дома в кирпиче. И разница в кирпиче от 400 рублей и выше, все зависит от площади. То есть, если вы дом закажете такой 70 квадратных метров, то его цена получится, ну, плюс-минус 5-350. 5-300 получается, если 400 тысяч рублей. И вот, кстати, образец можете посмотреть на террасу, да, как она заграждена. Но если вы хотите, я бы лично не делал, я бы сделал бы просто навес, потому что вот так вот закрыть, это просто площадь еще одна. Но здесь хочется быть свежим воздухом. А так вы находитесь в Анапе, здесь воздух всегда чистый, всегда морской. Еще, друзья, есть немного не такие особенности здесь, как рядом трасса, так мы находимся на первой линии. Вот вы можете обратить внимание, что трассы как таково и не слышно. Ну да, есть проезжая часть, если будут сигналить автомашины, то это будет слышно. И также, повторюсь, здесь вблизи аэропорт, в 5-10 минутах езды на автомашине, да? И как бы самолеты приземляются вот якобы на этой стороне, ну чуть подальше, да, где-то может быть в метрах 50-100. Как бы я считаю, что это особенность, но кому-то, если это помешает, можете приехать и послушать, как на самом деле здесь шумно или не шумно. Но я вам скажу, что на сегодняшний момент здесь уже более 60 домов уже продано. Это о многом говорит. И возражения можете увидеть от каждого, если они есть. А пойдемте сейчас за пределы двора, я расскажу вам о благоустройстве этого поселка. Дороги будут здесь асфальтированные. Дороги 5 или 6 метров, принимается решение кооперативом. Да, это уже после, как только все дома будут куплены, дома будут сданы, газ подключен, будут подводиться, то есть прокладываться дороги асфальтированные, это немаловажно. От забора до забора здесь будет 18 метров. В данный момент земли эти сельхозназначения, создан кооператив. Кооператив называется СНТ, садоводчество некоммерческого товарищества. Что касается входной группы, будет шлагбаум, территория закрыта ограждением, будет видеонаблюдение и будет, соответственно, своя управляющая компания. Немаловажно, вопрос у вас возникает, а сколько будет стоимость в месяц? Так я вам скажу, в месяц это будет стоить 1200 рублей с каждого дома. То есть независимо от квадратных метров, независимо от собственников, от количества проживающих в этом доме. 1200 рублей будет стоимость ежемесячное обслуживание данного поселка. Это фиксированная цена и в договоре будет прописана. И самое главное, если вас заинтересует какое-либо из предложений, какой-либо из лотов, вы также можете записаться на экскурсию, на просмотр данного объекта. Будь то участок, будь то дом, ниже подсылка на нашем телефоне или набрать Анапа этажи.ком и попасть на наш сайт.